Всем привет, друзья! Ну что, начинаем новое видео на природе. Любимая тема всех. Ролики, которые набирают больше всего просмотров. У нас сегодня с вами, ребята, барахолка. Вы можете видеть вот это количество машин. Столько количества машин, сколько здесь сейчас. Блин, я не знаю, когда я последний раз видел вообще. Ну, вам из-за деревьев не очень видно. Там заставлено все. Все парковочные места. Чтобы сюда подъехать и запарковаться, я потратил минут 20. И я уже думал уезжать. И каким-то чудом я увидел одно парковочное место. И это сегодня здесь проходит самая большая барахолка в Балтии. То есть Латвия, Литва, Эстония, все здесь. Вот этот местный паркинг, на который я тоже заехал. Потом я долго думал, как оттуда выехать. То есть заставлено все. То есть ты можешь заехать, но как потом ты будешь выезжать, не очень понятно. И вот для... О, а сейчас вот место есть. Кому-то крупно повезет. В общем, водитель, который, знаете, плохо может ездить задом, так сказать, или недостаточно опытный, отсюда вот вообще хрен выйдет. В общем, я потратил реально кучу нервов при этой парковке. Надеюсь, вы поставите лайкосы этому видосу. Потому что, ну, блин, во-первых, ехать на другой конец Риги. Ну, а во-вторых, конечно, блин, парковка — это жесть. Вот, все заставлено. Вот люди заезжают, стоят, дальше непонятно, куда ехать. Потому что здесь тоже все заставлено. В общем, какая-то просто трындец здесь происходит. Мотоциклы, машины. Я не знаю, почему люди сейчас не на море. Ну, у нас вода холодная. Моцки прикольные, кстати. Но здесь просто, вы можете наблюдать количество народа. Это просто офигеть. Ну, походим с вами. Посмотрим, что здесь есть на нашу тему. В прошлый раз мне писали, почему, мол, я не показываю значки. Почему я не показываю кинжалы? Тут их, конечно же, есть. Но, ребята, мы с вами немножко по другой тематике. Пройдусь образно и покажу вам, чтобы вы завтра могли сюда приехать. Вот кто из Риги, в принципе. Здесь все. Здесь развалы на полу, на полках, на лотках и так далее. Я, честно говоря, не очень знаю, что... Я сам бы здесь посмотрел, ну так, чисто образно. Вот какие-то приемники, вэпы. Кому интересно. Ладно, пойдемте дальше. Здесь просто народу уйма. Снимать здесь все, это, я не знаю, можно день ходить, снимать и так далее. Вот такие вот развалы. Ну, в принципе, как и везде... На барахолке. Ну, пластиночки я даже такие смотреть не буду. Они, как правило, везде. И везде в ужасном состоянии. Вот здесь вот такое что-то. Да столько народа, что здесь даже особо и снимать-то не очень удобно. Не подойти. Вот какие-то кассеты. Ну, давайте посмотрим. Вот так вот, без коробок здесь это все лежит, что-то вот, и вот так вот, что-то без коробок, и что-то вот такое вот, 60 минут, 40, знаете, что это? Первый раз вижу кассету в такой упаковке, корейская. Это ваш? Да. Сколько кассет стоит? Кассеты почем, Мириам? Новые кассеты, да. 1,5 евро, ага. Бэушные 50 центов. Хорошо, понял. Ну и как обычно, вы слышали цены, посуда, мопеды. Кто интересуется, он Рига. Но самый модный это был мопед Дельта. По крайней мере, когда я был малой. Ну, здесь, конечно, просто жесть. Здесь надо, наверное, сначала пройти все самому, а потом снимать для вас. Потому что развалы гигантские. Ну, тут все для автолюбителей. Мы это пройдем. Ребята, сундук. Вот такой вот гигантский.
Я чувствую, мы сейчас тут еще каких-нибудь местных блогеров встретим. Такие барахолки и снимают все. Это открытие сезона, называется это «Слет коллекционеров». Ну и вот типа все коллекционеры, они вот как раз здесь ходят, это все смотрят. Ну вот какой-то аппарат тоже лежит. Электроника 302. Больше всего, конечно, на таких барахолках, по-моему, посуду. Ленты. Все, конечно, убитое. Это меня всегда больше всего напрягает. Еще, пожалуйста, свема. Вот такие вот аппараты. Ну что, ребята, я аж прям растерялся, что смотреть, куда идти. Когда мы с вами здесь были в прошлом году, мы были вообще в воскресенье, это был второй день и не самое утро. Сейчас у нас вот 10 утра, ну считайте, почти открытие, да, ну пока я тут парковался еще. А вы смотрели, да? Вам показываю, может кому-то вот такое интересно, я не знаю. На видео же наткнется, наверное. Не только любители аудиотехники, но, ребят, посуду снимать, ну я не знаю. А когда ищешь, и найдешь. Главное верить в это. О, барометры. То есть они еще это все туда уходят. Елки, тут не пройти, блин. Ладно, давайте куда-нибудь в сторону. И не знаю, снимать ли все или снимать только когда я сам что-то увижу. Ну, с этим, конечно, сложно. Ну вот, в основном вот статуэтки. Посуда. В общем, ребята, вот не знаю. Вы смотрите, я уж не знаю, что рассказывать, игрушки. Старые мобильные телефоны, ну вот здесь какие-то, смотрите, стоят. Ну, это всем известно, V-Sigma. Ну и так далее. Пока не вижу ничего, чтобы мне было интересно, ну и вам, наверное, тоже. В общем, можно сворачивать куда-то в другую сторону и смотреть, что где здесь есть. Но я говорю, наверное, здесь надо ходить сначала одному или включаться по ходу, когда что-то вдруг интересное. Там вот тут какой-то аппаратик стоит, Sony маленький. Вот такой вот, кому интересно. У нас еще жарко. В общем, блин. Вот такие вот мега развалы. В общем, ребята, я хожу, а вы смотрите модельки. Кто вот интересуется коллекционированием моделек. Ну вот какие-то диски. Давайте посмотрим, что здесь есть, я не знаю. Ну, вот такой вот. Что-то мне непонятно. Кенни Роджерс. Много узнали исполнителей? Вот здесь еще диски. Давайте посмотрим. Оттаван. Ну, пиратское, конечно, все это.
MP3 Collection Назарет. Тут, наверное, каждый скажет: Леха, а что не показал вот это? Надо было заострить внимание вот на этом. Ну, ребята, ну здесь же невозможно. Я еще иду, снимаю, смотрю что-то другое. Вот, смотрите, Ригонда. И очень-очень много, конечно, народа. Ну вот, ребята, вот это уже что-то, вот это уже место, где интересно, где есть техника, где наша техника есть. Это, я так понимаю, человек с Литвы, здесь музыка, правда, это плохо. 767 шарпик, такая маленькая Тошиба. Панасоник. Ну вот это уже интересно. Санью. Панасоник. JVC. Смотрите, здесь еще стоит такая вот аппаратура. Хитачи такой прикольный. Автомагнитолки. Ну и кассетки. Пройдусь вот так, вам покажу. И пустые, и под запись. Ну, немножко техники, ребят. Купил я в том месте 3 кассетки. Вот здесь еще дошел до какой-то техники. Хожу, брожу, уже жарко. CD-плееры. Какие-то камеры. Плееры. Ох. Вот мини-дисковый бы найти где-нибудь. А можете показать? Да, да, если не сложно. Видите, даже мини-дисковое что-то да есть. А такие тут Philips. Samsung такой плоский был, такой помню. Slim, так он написано. Так, сейчас зайдем с другой стороны. Я там, не знаю, сказал, не сказал, купил, короче говоря. Тут вот еще куча дисков. Слушай, а мы не брали мини-дисковые? Все, извините. А, все, да? Все, мини-дисковые не взяли. Окей, ладно. Ну, здесь, наверное, я не знаю. Пластиночки. Ну, как обычно, все это. Игры компьютерные, просто целая куча. Ладно, даже Sega продается. Едем дальше. А кассетки я купил, смотрите, какие я взял кассетки. Вот такие вот кассетки взял. Вот эти кассетки в хорошем состоянии, ТДК, фирменная коробочка. Записываются они всегда великолепно. ТДК есть ТДК. Вот такой Panasonic здесь еще присутствует. Но техники больше, чем в прошлом году, конечно. Ну, либо мы с вами были в воскресенье. В общем, книги. Книги, книги. Абба Голд, Абба Синглс. Вот кто увлекается моделированием, я не знаю,
железных дорог. Я знаю, у меня такие есть люди. Не знаю, ценные это экспонаты, а не очень. В общем, уходим, смотрим. Я это пил, я сказал. Понятно. Это я только один ряд прошел, можно сказать. Сейчас мы возвратимся, где мы уже были, только с другой стороны. В общем, ребята, ролик будет длинный 100%. Вот там был вход, вот там мы с вами вошли. А, и мы пошли там, а мы еще не были здесь. Ну, капец. Короче, здесь просто невероятно много людей, лотков. Наверное, ходить надо как-то быстрее, втопить, так сказать. Сейчас мне там в комментариях напишут, не тряси камеры и так далее. Показывай медленнее, что мне там в прошлый раз еще писали. Много там было комментариев, потому что ролик получился длинный. Так, вот мы с вами вот тут смотрели, вот по тому ряду, а поэтому мы с вами еще не смотрели. Вот сейчас пройдемся здесь. Ну, все же любят смотреть барахолки. Так, видите, тут идти просто со всех сторон люди тебе навстречу, короче, блин, жесть. Очень много каких-то вот таких вот автомобильных мото запчастей. Вот этого прям посуды и вот такой вот там еще вижу какие-то аппараты. Давайте нырнем сюда, посмотрим, что у нас здесь стоит. А здесь у нас колоночки, акустические системы, радиоприемники и вот такие вот аппараты Philips, Panasonic и Sony. А также здесь очень много дисков и винила, и DVD здесь есть. В общем, тут я застряну, посмотрю, что здесь есть. В общем, ребята, я оттуда свинтил, что-то там какая-то одна ерунда лежит, абсолютно неинтересная. Фу, я уже, честно говоря, что-то задолбался здесь ходить, а не прошел еще и половины. Вижу там какие-то компакт-диски, нырнем туда. Надеюсь, меня вообще слышно среди этой толпы. Пульты какие-то. Ну вот стенда пультов, конечно, мимо. Я бы посмотрел какие-нибудь пультики. Но пока такого я прям и не вижу. В общем, надо куда-то отсюда свернуть. Вот, ребята, мечи. Вы меня просили. Леха, почему не показал мечи? Показываю. Кто в этом что-то понимает, смотрите. Нормально? Дальше. Вот тут еще куча всяких. В чем я ничего не соображаю. Так, мы опять уже круг прошли теперь по этому ряду. Чуть не навернулся, а какой-то самокат. В общем, не знаю, насколько вам вообще будет реально это интересно все смотреть. Надо куда-то отсюда ломануться еще дальше. Так, тут мы были. О, господи. Зачем же здесь It's My Life звучит? Меня аж забанят.
Так, что у нас тут? Коробки. DVD плюс R. Вот так это все валяется. Какие-то планшеты. Но это все не то. Давайте-ка мы с вами в другой ряд нырнем. Ну здесь вот, я не знаю, ядра какие-то. Вообще не понимаю, кто все покупает и кому это надо. Трехколесный велосипед. У всех такие были? Ну вот, тут еще, смотрите, приемники стоят. Опять ВВФ. Так, ну мы и здесь были. Ладно, пойдем дальше. Я уже запутался, где я здесь был, а где я здесь не был, если честно. Ну, вот такое в основном. В общем, ребята, я, наверное, буду молча ходить снимать, а вы смотрите. Если что-то пропускаю, вы уж не обессудьте. Ну, невозможно здесь ходить снимать и остановить, снять все, и еще, чтобы это было хорошо видно. А еще бесит, что музыка из машин звучит. Надо быстро оттуда сваливать. Так, ну вот еще на какие-то кассетки наткнулся. Что здесь есть? Здесь такт есть. Take that and party. Все это вот так валяется. Какой-то басфик здесь. Ну и в основном, конечно, это типа студийки. Так, меньше всего интересно. Ну и винильчик такой никакой, как всегда. Ну что это такое вот? Что это? Я не понимаю, для кого это, честно. DVD какие-то. И вот DVD-шки. Какие-то вот тут аппараты стоят. Здесь все рассматривают мопеды, мотоциклы. В общем, барахолка гигантская. Просто реально. Но на нашу тематику как-то вот больше, чем в прошлый раз, но все равно. Но ТДКшки взял себе прикольно. Каски, каски, копатели, наверное, какие-то. Ох. Не обращайте внимания на то, что я молчу. Просто я схожу, глазею на все это. И прям, знаете, теряешься, что сказать. А вот дедушка, по-моему, прошлый год был. И он продает такие ретро-приемники. Можете посмотреть. Вот такие вот. Какие-то ножи и так далее. Музыкальный центр и проигрыватель Vega. О, господи, вот вы хотели ножи, кинжалы, медали, ордена. Вот, конечно, интересно вообще, что народ здесь вот ищет. Потому что некоторые прям с таким азартом смотрят и посуду, и еще что-то. Я уж боюсь предположить, да.
Видимо, люди в этом разбираются, что-то находят. Я сейчас вообще снимаю одну сторону, сам смотрю в другую. Ну, конечно, такой мега долгий обзор не получится, ну, потому что мне уже жарко, и ходить здесь, конечно. И книги да посуда в основном. Что здесь? Нет, не то. Мне показалось какой-то CD-плеер. Но нифига. Одиноко мужики стоят, продают винил, какие-то диски, но диски в основном пиратские, а мне это вообще не интересно. То есть пиратские я и сам могу записать гораздо лучше, а буклеты там вы знаете какие были, поэтому вот все это пиратское неинтересно вообще. Ложки, я всегда задавался вопросом, блин, наверное, надо в этом очень хорошо понимать, чтобы купить на барахолке ложки. Ну что, наша тематика совсем всякого, но вот здесь я вижу какие-то DVD, наверняка тоже пиратские, и какие-то вот кассеты лежат, Johnny Super Dance Hits, вот сейчас я здесь смотрю. Я же не все собрал. А, к 19-й. Так, Slava Liga Steves. Johnny Super Dance Hits. 3. Что ж это такое за... То, что-то интересное, кстати говоря. Да-да. А в какую цену? Сколько вы будете брать? А? Сколько будете брать? А я не знаю, что смотреть, я еще не все посмотрел. Я сейчас на двух заострил свое внимание, они мне бросились в глаза. А так потом нужно и 70, и 80. Хорошо, сейчас я посмотрю, может еще что-то тут. Мне на что-то обращу внимание. Супер Dance Hits 2. Это интересно. Этот у меня есть. Такс. Такс. CS-23 уже тоже есть. Johnny Super Dance Hits. Так что это такое? 95, что такого не помню. Рага Саншайн. И вот здесь я еще кое-что вижу. Это мега редкая штука. Главное, что продавец не слышал. Вот это надо брать. Так, ребята, я пока выключусь, потом посмотрим. Ну что, ребята, немножко я затарился сборничками. Те, которые я как раз-таки собираю. И на удивление нашел такие части этих сборников, которые я никогда не видел. Цена за них по еврику, ну да ладно, я думаю, если вдруг их продать, они будут стоить ой-ой-ой, потому что я таких даже никогда не видел, то есть какая-то редкая штука, надеюсь, там запись та же соответствует, потому что, ну, не проверишь. Не, кстати, не по еврику, чуть меньше. И это мы подошли уже к самому дальнему концу, но мы половину не обошли, что было вот там. Ну вот я говорю, если вот так ходить, что-то высматривать, кстати говоря, разрешите. Смотрите, кто интересуется, целая коллекция советских Дедов Морозов. Ладно, идем дальше. Сборнички прикольно. Чисто для коллекции они очень хорошо пойдут. Вот на таких можно смотреть. Вот, блин. Конфетная ваша рута. Рута. Нет, рута делает это. Прима. Прима. Ага.
Латышка или сколько? 3 евро. Вспоминаю тут одну нашу блогершу. Я иногда ее тоже посматриваю. Иногда, знаете, интересно посмотреть Ригу немножко. Какие-то места, где я там, скажем, редко бываю и так далее. Так, здесь музыка отсюда подальше. Но чувствую, блин, музыку придется как-то заглушать. Блин, везде эта музыка звучит. Зачем ее включают? Надо запретить в публичных местах использование музыки. Потому что Леха ходит и снимает. Ребята, здесь быстро проскакиваю, правда. Нереально жарко уже. И посуда. Блин, вот посуда мне меньше всего интересна. Ну и вот открытки, мелодические пластинки. Вымпела. Во! Кстати, лыжная мазь, прикол. У меня в детстве была точно такая же. Вот это прям раритет, и даже запакованная, Висти. Ну вот это класс. Вот это прям из таких штук очень интересно. Вот посчитайте, на паузу поставьте, какая вот, к какому снегу она была. К морозу там и так далее. Прикольно, да, у меня точно такая же в детстве была. Ну, вот я говорю, это надо так медленно ходить и смотреть. Я пытаюсь по-быстрому пробежать, что-то снять, что-то еще найти. Так, ну я даже не знаю, куда дальше. Там мы были, где бюст Ленина. Вот, господи. Так. Я уже не помню, мы здесь были или не были. Вон такие машинки, помните? И вот что мне нравится, у нас можно ходить, снимать, никто ничего не говорит. Мне вообще продавцы улыбаются, кивают. Как бы вот в этом плане вообще супер. Игрушечки. Сейчас туда вот. Еще что-нибудь там покажете или нет? Кто как, кто на столах, кто на земле. Ну, блин, опять посуда, ну, ёлы-палы, опять музыка. По-моему, мы тут ходили. Я уже потерялся, где мы были с вами, где мы не были. О, господи. Да, здесь мы были, я помню эту машину. Надо в какой-то другой ряд свалить. Здесь я точно помню, мы с вами ходили. Так, ладно, пауза. Недорого. 30, по-моему. Да. А куда вы знаете, майки, если приносите их на медали, где вы продаете? Ну, в магазинчике. А, да? Ребята, да, снимаю молча. Вы уж извините, не знаю, что говорить, но смотрите, какие спортивные байки. И даже кепки. Ванкувер Кеннекс. Она абсолютно новая. Мне теперь надо пять штук. Тут покоцанная, одна штука страшная. Я вот сюда бы А труба? Очередное включение. Я уже хожу так на расслабоне помедленнее и посмотрел там какие-то плеера типа Casio, но убитые жутко. А вот мини-дисковые плеера интересно, но вот пока не встречал. Ребята, здесь я рылся или не здесь? Наверное, здесь, да. Видимо, я здесь ходил, да, модельки. Те диски, помню, здесь мы были. Но тут еще можно так вовнутрь заходить.
Видите, свернул, и тут кассеты лежат. А я сначала и прошел. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Так, пакет. А, раритет. Алка ищет, тоже не может найти. Нету никаких. Басфики, коника. В основном басфики. Но басфики у нас опасные. У них хорошо пленочка сыпется. Ну вот и я, ребята. Всем еще раз привет. Все, ушел я с барахолки. Под конец барахолки встретил бывшего коллегу, когда я работал когда-то на деревообработке. Было такое время в моей карьере. Вот мы там, в общем, встретил оттуда коллегу своего. Ну и мы там час, наверное, проболтали. В общем, вы видели, что там продается. Я себе кое-что прикупил. Такие вот кассетки. Кассетки взял, сборники Johnny Super Dance Hits. Я вам рассказывал, в Латвии были популярны. И нашел просто редчайшие номера. Я таких никогда не видел. То есть они все были по номерам. И я там, не видно меня, да? Нашел, значит, четвертый, очень редкий номер. Один раз увидел на фотке. По-моему, и все. И еще нашел третий и второй. Такие я даже не знал, что они вообще были, эти номера. В общем, раритет конкретный. У меня теперь почти полная коллекция этих сборников. Ну вот, в принципе, наверное, не зря съездил. Взял кассетку ту, я вам показывал, по-моему, вроде как я снимал, уже не помню, «Мальчишник». Но взял я ее, потому что там внутри, скорее всего, не «Мальчишник», а альбом, кассетка «Максел». Хромовая, очень классная. Вот только из-за кассеты я ее цепанул. Ну и взял еще один бас. Да, может быть, сейчас... Ну, сейчас не достану. О, давайте тут скамеечка, кстати. Сейчас я вам покажу. Видите, такая вот скамеечка. Тут это дальний райончик наш. Сейчас я вам покажу мои приобретения. Блин, одной рукой, конечно, снимать. И что-то это... Блин, ребята, лайкос я заслужил. Ну вот, смотрите. Вот этот «Мальчишник», да. И вот такой тут внутри, на самом деле, «Максел». Отличный такой «Максел» хромовый. Да. И сейчас я вам покажу «Басф», кассетку «Басф», который... Извините, что камера прыгает. Неудобно здесь. И вот такой вот «Басф». Вот именно такого «Басфа» у меня в коллекции нету. Такой. Состояние идеальное. Такое вот. Вот так, да, наверное, нормально. Идеально, бумажка чистенькая, ничего не расписано. Ну, в принципе, и больше особо показывать, блин, нечего. Опять меня не видно было. Покажу. В общем, вот как есть. Народу дофига, вот запарковаться негде, духота. Сейчас вот с той стороны, видите, такая тучка идет. Чувствую, дождик все-таки пойдет, потому что душно. Я сейчас еду домой, 20 минут еще до дома переть. Ну, по парижским меркам это прям дофига. В общем, как-то так. Может быть, я сфоткаю потом, сделаю фотографии, просто вставлю видео, что я там приобрел. Посмотрите, какие кассетки на фотографиях. Потому что сейчас доставать все это как бы не очень. Ну, как-то так. Вот такое вот видео барахолки. Ну, в принципе, обычная барахолка. Народу дофига. Одна посуда, не знаю, техники мало, ну какие-то кассетки цепанул. В общем, на этом мы с вами и прощаемся. Ну а пока, всем пока. Ну всем привет, друзья, еще раз. Теперь уже из студии осязаемой музыки. Я решил фотки не вставлять, а сразу покажу вам, что я там купил здесь на камеру. Ну тут как-то так, мне кажется, круче. Осязаемый же осязаемость. В общем, ребята, я, во-первых, у меня радостная новость. Помните вот эти сборники Johnny Super Dance Hits и там по номерам? Могу вам с радостью сообщить, что всего было 22 номера, я собрал 21. Нет только первого. В принципе, целая коллекция у меня есть. О ней я сделаю отдельный выпуск. Давай все посмотрим. Те, кто из Риги, из Латвии, будет вообще интересно, потому что все эти сборники покупали, я точно знаю, они у нас были популярны. И посмотрим. Вот целый выпуск посвятим, и пофиг, сколько будет просмотров.
почитаем списки песен, что на каком было. В общем, ну как-то так вот сделаем такой выпуск. А сейчас я тут еще прикупил 5 кассеток, я вам покажу, да, просто чтобы вы знали, что, ну, не совсем зря я сбегал сегодня на барахолку. Кстати, у нас, видите, как темно, пошел дождь, накрыло, гроза, все, я вовремя успел, а какая жара была, когда я там бродил. В общем, ребята, смотрите, вот такая кассета, это даже не мыл еще, смотрите, уже все так влажные салфетки, наверное, протер. «Мальчишник», «Поговорим о сексе», 92-й год, вот такая вот кассетка. Ну тут, собственно говоря, не мальчишник, и брал я не из-за мальчишника. Открыл я, говорю, сука, стоит там еврик. Я говорю, за еврик беру. А тут пряталась за еврик вот такая вот Максел второго типа. Ну, ребята, как же было ее не взять? Я ее сейчас протер, выглядит отлично, надписи не стерты. Да, нет родных бумажек, но, блин, качество записи на Макселе будет очень классно. Я сейчас встану, посмотрю, ловит ли у меня фокус. А то вы помните, а вот... Как-то не очень, да? Вот так вот, да, наверное, ловит. Вот такой вот Максельчик. Блин, вот с фокусом что-то мне не нравится. В общем, Максел. Затем взял 3 ТДК-ки А90. Одни из моих любимых. В отличном состоянии. Не мог не взять. Вот такие вот, собственно говоря, ТДК А90. Одинаковые. Вот две вообще в отличном состоянии, бумажки, без надписей, без... вообще супер, вот смотрите, чистенькие, ровненькие, все как надо. Вот сами кассетки такие, я обожаю эти кассеты, ТДК, это, конечно, просто верх, высший класс, даже первого типа кассеты очень классные, оригинальные коробочки, все здесь знак ТДК. И вот одна только такая расписанная бумажка, но не грязная, не мятая, красивым почерком, кто-то здесь что-то вот писал, да. Песенка, как будто бы зарабала, как будто польская что-то здесь записано, да. Но кассетка отличная под запись, просто идеальная. Эти ТДК А90, вот, А90, АД сказал, я неправильно, А90 вот эти вот. В общем, вот 3 таких ТДКшки. И взял еще одну бас. Почему взял басфик? Я таких басфиков не видел, мне они никогда не попадались. Может, кто-то сейчас скажет, что Одэш, это частые кассеты, там мы такие знаем, у нас такие есть. Я таких не видел, у меня в коллекции таких нет. Это бас Chrome Standard, да, 2, 90-минутная кассета, вот такая. Такого плана были вот обычные кассеты, я помню, первого типа, вот, точно такие же, только первого типа. Желтенькие, красненькие такие были. Да, а вот Chrome Standard мне как-то никогда не попадался. Она в идеальном состоянии. Эти кассеты литовец один продавал. И, собственно говоря, он мне сказал, что он их купил в Германии. И там как будто их вынесли просто, вот как, знаете, студии записывать, как будто вот радиоэфиры записывать. И на каждой кассетке стоит дата. На этой кассете даты нету. И он думает, что она вообще как пустая, я тебе вот эту дам. Говорит, пустая, вообще идеально. Ну, идеально новая кассетка. Надеюсь, фокус есть. Блин, я встану еще раз, посмотрю, меня этот фокус напрягает. Ну, вот сейчас ловит, отлично, да, фокус. Все видно. Супер. Фокус, вроде фокус, да, есть всегда. Такая вот кассетка, бумажка идеальная, чистая, не мятая, да. В общем, такая вот кассетка, красивая, что-то записать, вот прям супер, да. И вот такие вот кассетки я цепанул. Вот эти вот 3 ТДК-ки. Ну, я их просто обожаю. Люблю эти кассеты. Такая вот бас и Максел. Ну, коробочку мы эту, конечно, выкинем. Она дряхлая, грязная бумажка. Это мальчишник никому не нужен. А вот кассетка Максел. Ну, не мог не взять. Ну, Максел прям... Это супер кассеты. Ну, вот такой поход. В основном, конечно, барахолка. Ребята, честно скажу, мне скучно. Мне не нравится там ходить снимать. Вот это еще хорошо, что у нас на барахолках, ну, никто ничего не говорит, что, о, мол, что ты снимаешь, убери камеру. Всем пофиг, мне там машут, кивают, то есть народу абсолютно адекватно относятся, никаких предъяв, ничего. Вот я видел, Владимир Нефидов в Германии снимается, он немцы не любят, когда снимают, да, и там прям, а у нас все нормально, ходи, снимай, просто. Я уже потом устал, потом я встретил знакомого, я вам говорил, со старой работы, коллегу, мы с ним поболтали, и час, наверное, какой стояли, болтали, давно не виделись, ну и я уже на съемку забил, ну и не хотелось, там такое пекло было, знаете, вот как перед грозой, ну и вот гроза началась, я уже ехал домой, уже какие-то капельки были, с одной стороны прям какая-то темень шла, ну видно, прям сейчас гроза начнется, приехал уже домой, начался гром и дождик пошел,
но все равно тепло, погода классная. Ну, вот такой вот улов. И еще Johnny Super Dance Hits. Я, конечно, урвал классные части. В общем, я урвал вторую, третью, четвертую. Да. Четвертую я один раз видел, мне один коллекционер присылал, у него была, он мне ее не поменял. Мы там, у них у нас обмен был, может, я вам рассказывал. А вторую, третью я вообще никогда не видел. Но вот первую осталось достать, тоже первую, ну это, наверное, нереально. 22-ю достал, это последняя. Тоже класс. И 19-ю. У меня был 19-й, но там была запись не очень. А здесь все супер и... вот прям супер. У меня коллекция, в принципе, собрана. Ну, первого сборника не хватает, но это, я думаю, мега редкость, которую, ну, сейчас просто невозможно будет достать уже. Там было ответвление небольшое. Я в отдельном видео сниму, вот покажу, как раз для любителей кассет, сборников 90-х. Пишите мне под этим видео, хотите, чтобы я озвучивал содержание этих сборников хотя бы вкратце, или не надо, обязательно, обязательно вот это напишите, да. Ну и подписывайтесь на второй инстаграм-канал «Осязаемая музыка 2.0», там тоже много всего интересного, истории, фоточки, кто подписан, тот в теме. Ну, в общем, вот такой лов, такое видео, не хотелось сегодня ехать на барахолку, но вот как-то вроде надо было открытие сезона, съездить, показать. Поехал, вам показался, ну никуда не поехали сегодня, дождь пошел, сейчас уже тем более никуда не поедем. Я спешу, хочется переодеться, попить воды. Вот. Ну, как-то так. В общем, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. Немножко сумбурное, немножко где-то я там что-то не то снимал. Вы уж не обижайтесь, но как получилось, так получилось. Ну и как обычно. Ну а пока, еще раз это видео. Всем пока.